Здравствуйте, меня зовут Денис Должанский, и в библейской миссии я сейчас работаю над большими санями, где мы будем ставить на дороге, чтобы знали, что библейская выставка приехала в ваш город. Здравствуйте, меня зовут Вероника, я дизайнер библейской миссии, а сейчас конкретно я занимаюсь тем, что разрабатываю буклет для библейской выставки, который будет помогать вам узнавать больше информации и сохранить ее у себя в голове. My name is Eris, and I'm working for Bible Mission. And I'm actually from Germany. I came here for the truck, for helping with the truck. And right now I'm just helping in the office, cutting some shelves and doing some stuff with my hands. Меня зовут Вика, и я помогаю библейской миссии запечатлеть на фото и видео те исторические моменты, которые здесь происходят. Слава Богу за то, что Господь благословил до этого момента, помог нам. И на сегодняшний день наши переживания потихоньку, думаю, подходят к концу. Почти двухлетняя работа над выставкой, библейской выставки от Синая до наших дней. Надеюсь, что это станет большим благословением для всего славянского братства в Америке. И вот сейчас вот эти 9 дней еще осталось то, что мы должны еще сделать, научить. И, в общем-то, трепещет сердце. Но надеемся, что все будет очень хорошо.